Всем привет! Сегодня у нас будет интересный роллинг. Опять по акции. За 1000 героев заберем вот эти вот награды. Ну и попытаемся выбить вторую новую героиню. Посмотрим, какой шанс выпадения Сиадны. Возможно, и прокачаем ее с другим талантиком. Потому что герой реально мне очень нравится. Очередная имба. Так, ну, давайте сначала почистим склад. В принципе, места у нас хватает. Поехали. До. Ну, в принципе, мы увидим, когда остановиться. 450. И сразу Влад Дракула. Можете ставить уже по лайку. Второй герой. Череп Дракула. 4 героя. Дед Мороз. Вот так, ребята, надо ролить. Ставьте лайки. Атлантикор. Фрея. Ну тут вы просто обязаны поставить лайк. Хорошо-то герои падают. Вторая тыква. Ну давай, все, рандом кончился, пора включать читы. Валентина, РТшка, давайте по 150 пощелкаем, а вдруг нам что-то здесь упадет. Наемный убийца, королева змей, палач, супер, просто супер дроп. Тритон. Да, мне это нравится. Смотрите, сколько синего. Ой, наконец-то зелень упала. Нифига себе. А вот по 450. 150, 450. Не знаю, кто там говорит, что по 150 что-то падает. По-моему, мы свой лимит на сегодня вычерпали. Так, друид. Ну дай что-то годное. Не хочет, ребята, ничего не хочет давать. Как видите. Душекуб. Суккуб. Валентина. Да, 50к и... Опять Влад Дракула. Какое хорошее было начало. Эх. Пора включать читы. Все, включили читы, поехали. 450. Ну. Короче, ребята, поломали мы рандом Фрей. Смерть. Ничего себе. Вот это имба. Фараон. Смотрите, как дает самых топовых героев. Пятьдесятка. И нам упал еще триант в добавку. Ну а где же новые герои? Рино. Рино — это хорошо. Значит, сейчас будет все. Супер. Атлантикор. Ну а по 150. Чуть не заплакал. Просто жесть. Не узнаю этот рандом. Фея, Медуза.
Артешка. Да ты что, бог грома, капитан Дрейк. Неужто? Капитан Дрейк, ну все, началось. Не, это походу все из-за музыки. Купидон. Надо музыку поменять, не прет. Все, вот сейчас мы будем просто унижать. Сразу же паладин с первой тычки. Под новую музычку. Палач. Просто супер дроп. Удивляет, конечно, иногда HG. Дают акцию, под которую ни хрена толком не падает. Вот как это назвать? Смотрите, сколько тычек, и нам Дракос приходит. Суккуб. Ну а где Анубис? Где хотя бы стрелок? Зачем мне капитаны Дрейки? Я уже Анубисов. Фея, ведьма, Дрейк. Короче, как обычно, ребят. Сноузила. Ничего себе. Друид. Просто имбы падают. Химера смерть. Как-то неожиданно. Ну, давайте уменьшим темп. Будем читать всех. Оборотень, ангел, панда. Ангел, циклоп, кристалл. Циклоп, инженер, оборотень. Шаман, палач. Это просто жесть. Ну, Купидон. Ну, спасибо хотя бы. Валентина, третья или четвертая. Призрачный всадник. Новый герой. Недостающий. Ну, хотя бы Гаргул упал. Хоть так. Эктоплазмы. Варлок. Ничего себе. Еще один Купидон. Все, сделаем Купидону. Вторую эволюцию. Артешка. Да. Как-то, честно говоря, не радует такой рандом в такие дни. Наоборот, должны были бы подключивать. Ну, еще одна имба Афина. Ну, хорошо. Ладно, согласен. Хоть не зря ролили. 100к и нам выпадает Дракос. Просто топчики. Вторая Фрея, ребята. Вторая Фрея. Ну, что я вам могу сказать? С одной стороны, это круто, что она так падает. С другой стороны, я просто ее уже прокачал в двойном экземпляре. И у меня еще куча повторок на складе. Я уже ее за карты качаю. Ну, ничего не поделаешь. В принципе, возможно, в дальнейшем еще третью качну. Посмотрим. Поехали дальше. Ха, ребята, Фрея номер 3. Ну, тут вы просто обязаны поставить. Просто обязаны поставить лайк. Ну, не знаю, не знаю. 3 Фреи. За... сколько там? За 100к. В принципе... это неплохо. Поехали дальше. Вдруг все-таки мы починили рандом. Ну давай, 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 давай. Не хочет. Видите, надо давать ему все-таки передышку. Вау, смерть. Недостающий герой. Ну, смотрите, 3 Фреи выпало. С одной стороны, это интересно. Но мы так и не выбили.
Ну что я могу вам сказать? Читерный у меня аккаунт. Просто жесть. Что тут сказать? 4 фреи. Горгул тыква. Вот оно, пошла жара. Друид. Атлантикор. Охренеть. Так, ну по 150 нам падает сразу же укротитель и гигант с холма. Ну-ка, ну еще удивите, малышник. Его мы тоже не видели. Капитан Дрейк, это уже сегодня нормально. Так, ну-ка. Паладин. За 150. Охренеть, вот это так повезло. Череп. Хорош. Тесса. Неплохо. Ну-ка, Эджи, удивите еще на 10к. Хранитель. Бульдозер Сноузила. Охренеть. Вот это имба герой. Дед Мороз. Ну, давай, 450. Кенди. Рыцарь. Охренеть. Вот это я его ждал. Медуза. Ну все, походу, ребята, до следующей легенды. Купидончик. И РТшка. Собрать. Вот так вот. Вот такой у нас роллинг. 4 фреи, ребята. 4. Конечно, много интересных героев выбили. Не выбили новую героиню повторно. Ну, в принципе, она мне особо там не нужна. Мне хватает пока одной. Вот такие вот еще призы даже получили. Ну, что я могу вам сказать? Интересно. 4 Фрея, это, конечно, интересно. Фрея очень кайфовый герой. На данный момент она помогает с новой волной. Очень круто. Так. Что-то я там хотел. Я хотел кого-то прокачать. Друида надо качнуть немножко. А то он как-то отстает. Так. Давайте посмотрим, сколько нам там синей зелени нападало. Так. Зелени немножко есть. Интересно, когда они откроют рулетку уже? Хотя, в принципе, к тому времени, когда они ее откроют, уже все и так будет прокачано. Да, вот синих не нападало так нехило. Показалось, вроде и так роллинг сегодня был не очень, но 4 фрея, это, конечно, очень круто. Это новый уровень читов на роллинге. Так, давайте посмотрим, кто у нас там приблизительно. Паладин падал, суккуб. Так, это все падало, не падало, не падало, падало, падало. Так, было. Не было, был. Гарпий, по-моему, королеву не выбили, пару черепов выбили, Дрейков нормально налупили, Гаргул был точно один. Кинди одна была, Валик было нормально, Душек был, Укротитель был, Леди не помню, Одержимого тоже, кстати, не выбили, Дракоса не было, Медуза была, Ведьма была, РТ Рыцарь был, Ник был, Хранитель был, Сердцеедки я не видел, Анубиса не видел, Ронина, Стрелка.
Рину Тесса были. Ворожей, кстати, не падал. Хотя раньше когда-то ворожей очень круто падали. Фрэнки не было, ну, была Афина. Бигфут. Ну, куча фрай, видите, опять нападала. Ну, что я могу вам сказать? Вот так вот, такой вот был у нас сегодня роллинг. Я думаю, для многих интересный. Пишите в комментариях, кто роллил, кому что упало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Постараюсь чаще вас баловать такими видосами. Всем пока!